Только половина населения довольна своей работой и всего 25% уровнем зарплаты, сообщает Росстат по результатам первого комплексного исследования условий жизни россиян. Александр Питаев, геолог из Саратова, за 35 лет объездил всю страну. Он говорит, уровень зарплаты в регионах в разы меньше, чем в Москве. Средняя заработная плата, в принципе, так вот, должна соответствовать тому, чтобы и коммунальные были оплачены, и с едой было все в порядке, и одеться, обуться, и чтобы дети учились. Влад Пузье живет в Москве. Его работа – оказывать психологическую помощь людям в сложных ситуациях. Мое мнение, чтобы нормально, комфортно жить вместе с семьей, то есть чтобы создать семью, чтобы было свое жилье, ну хотя бы съемное, ну от 100, от 150, наверное, в месяц на семью. Квартирный вопрос был и остается одним из главных для большинства россиян. По данным исследования Росстата, 30% россиян нуждаются в улучшении условий проживания. Для семей с детьми этот показатель еще выше. А переходим уже к имеющим детям, да, 50% только таких, которые не испытывают стесненности. А где-то 3-3 более детей, таких чуть больше четверти. Половина многодетных семей для улучшения жилья хочет использовать материнский капитал, а молодые семьи рассчитывают только на свой потенциально высокий заработок. Поэтому считают правильным сначала вкладывать деньги в образование. Образование очень важно. То есть я бы рекомендовал бы людям вкладывать в себя, обязательно вкладывать в себя, потому что образование это является существенный такой и основополагающий фактор. Однако образование само по себе еще не служит залогом трудоустройства и хорошего достатка. По данным исследования, до 40% молодежи работает не по специальности. Конечно, это такой тревожный факт, условно говоря, кого готовит система образования и что здесь делать. И хотя материальное благосостояние важно для счастья, молодежь все больше ценит не только работу, но и семью. Семья, в принципе, это самое главное, потому что когда есть люди, которые поддерживают тебя во всем, ну, гораздо легче строить какие-то другие планы. NTD, Москва, Россия.